Чего ты плачешь? Он хочет, чтобы он взял. Оплакиваешь свою жизнь. Ой, а мой двигает лапками. Ты потрогал лапки? Нет, я просто его описываю. А его потрогал лапки. Не хочешь думать о будущем? Значит, ты его боишься. Клешня большая, другая маленькая. Уже а во второго там... вообще одна клешня только. Но она отрастет. Вот нет, вот вторая виднеется маленькая. Куда ты палец подставляешь, Гриш? Вот там глазик закрывает? Ну не надо глазик. Немножко. Не больно ничего. Я боюсь его трогать. А глазики можешь? Вот. А попробуй, Гришутик, взять за спинку, вот как я тебе показывал. Вот, аккуратненько. Раз. Ой, подними, ничего страшного. Я загорелась вон. Тоже клешню оторвали. Ему не оторвали, видишь, маленькая? Маленькая. Две маленьких клешни. Будет меньше. Такое, как первое, никогда не будет. Будет всегда немножко меньше. Только осторожно, чтобы не хватануло. Куда ты подходишь? И сразу... Ой, смотри. Да? Тебя бы за глазик тронули, а? Как бы тебе было? Весь этот пробник. Хвостик поджал. А лобовый? Ну, так попробуй. Это раз и прячет, да? Я его даже если так вот раз, оп, и сложил. Ты не сильно не дергайся. Ой, да на втором это можно сделать. А, он зацепился. Держится. Бабушка, он зацепился. Он умный. Вот такие раки водятся в партизанском охранении. Сильно щипается. Ой, я что, туда не вставляю руки в клещ? В аквариум запустить. Да, давай тебя одного запустим большого. Да. Бедняги, там такая уже вода грязная. Давай одного, одного большого запустим. Какого? Вот, вот этого. Давай, Гришутик, бери, понесем туда. Ну, взяли. Пошли. Да. Ну, а тут клещи. Ну, бросьте ему хоть червячка какого. Ну, что? А это будет рак, а домик? Да, там рак будет прятаться точно, если он залезет туда. Ну, а я это не развену. Альбус сядет вот так на вот тот стульчик и любуется аквариумом. Рыбки плавают. Сидит, как перед телевизором. Рыбки плавают. Думает, вот бы съесть одну рыбку. Да. О, смотрите, какой. Вот, уже хвост, смотрите, красный. Видите? Вот и пятнышко. Да. Оранжевее. Вот он краснеет. Миша, можно мы хвостку полбыснем? Ну что, краснеет? Да. Так, теперь мы туда, чтобы он был вкусный, сольки посыпем. Ну, а вон он какой красный. Надо перевернуть, чтобы вся эта спинка зеленая еще. А. Смотри, какой он уже красный. О, видите уже, какой он весь. Вот такой рак. С одной большой и одной маленькой клешней. Вот, вот это брюшко называется. Именно тут вот мясо, которое можно кушать. Подожди. Все. Ну что, начинаем разделывать, да? Да! Вот смотрите, сначала... Олечка, не закрывай. Панцирь открывается, смотрите, так вот. Ого. Раз, спинка. Оп. Это что за белое? Вот тут его, это всякие органы, вот он, видите, рак. Вот, а вот это жир у него такой. Вкусный? Попробуйте, это рак такой. Попробуй, Гриша. Лучше из спинки, как из креветки, да? Вот самое, да, самое вот вкусное. Да, это то, что как креветку едят. Вот разделывается.
вот эта кожура убирается. Мясо. Это же родственник креветок. Это его мясо? Да, вот наша это мясо креветка. Его. Вы же креветки любите? Да. Я люблю. Ну, Олечка, кусай. Пап, попробуй. Давай. Ой. Радио Вера. Симферополь 89.3 FM. Феодосия. Вот такие раки. Севастополь 103.7. Вау, как. На, папа. Я вижу. А еще едят лапки вот эти. Ее вот так вот отламывают. Смотри, а вот и вот. Потом вот этого. Мясо? Разламывают, да, достают. Здесь есть мясо такое. Смотри, а вот и вот. А, в руках у нас, да? Да. А знаешь, а смотри, а вот и вот. Если к папуасам попадем, то там буду говорить, вот тут, Оля. Лапки. А вот и вот. Смотри. Да, да, да. О. О, вкусный рак. Понравился. Ну, а вот здесь. Я очень люблю кольбе. И вот мясо, смотри. Вот оно. Смотри, девочка. О, смотри. Видишь? О. Держи вот это. И за лазовками. Мясо, видишь? Все, больше тут.